Приветик. Здравствуйте. Вон его помощник пришел. Приніс мамонта. Приніс кролика. Так что будем кролика делать. Рулет. Рулет с кролика. Цей розцілий кролик. Ну такий мелкий. Такий якийсь маленький. Ну ладно. Вимочим його у воді. Його там замочила у воду стоїть. Ну хай. Вимочиться ночь, а потом будем с него пытаться сделать рулетик. Сейчас вот всю морковку покрышу по кулечках. Потом буряк. Вот она все в процессе. Хочу попробовать опять этим агрегатом делать. Не знаю. Сейчас ему, наверное, не дуже получается. Учись, тюльпан. Та учусь, но не могу ним примінитися. Це последний буряк ще є. Де тут? Ну і тут, і там. Ні, буряка ще багато, в погребі багато. Це ж я сюди часть взяла такий, ну, мелкий, щоб його швидше поїсти. А покрупніший буряк остався ще там, в погребі в нас. Ще наварить, короче, на всю зиму хватить. Ну, такі. Поїдем більше, візьмемо і... Такі виходить кубик. І що? Ну, і мені давлення, і тобі хорошо буде. Так, все, оце морковка варена вже по кульочках розфасована. 6 кульочків по чуть-чуть так вийшло. Якраз підійде для олів'є, для окрошки, для салатів. Де нужна варена морковка. Все, тепер все це заморозиться. Тепер буду буряк кромсати. Буду кромсати буряк, не знаю. Буду часть покромсаю, на вінегрет буде, а часть, мабуть, патрунатіки. Ну, поділюсь. Це, по-моєму, це і весь. Мабуть, скоріше всього, не буду його терти. Какая я непостоянная. То другое. Такі квадратики. Не ровненькі все. Но все равно треба перерізати, щоб були колечки. Ну, зараз покромсаю це все, що осталось. Тоді покажу, що в мене вийшло. От і все. 4 кульочка я таких наложила буряка. І поменше кульочки з морковкою звареною. Ну, такі пакети обычні для пищевых продуктів я положила, маленькі. Ну, у кого есть вакуум, такие эти аппараты, то вообще красота. Оно завакуумируется, меньше места занимает, и срок годности продляется. Ну, короче, вот это, что у меня получилось. Сейчас вот это все отнесу в морозилку, и все будет готово. Так что сейчас есть работа по заготовкам. Я так специально делаю, потому что, когда приходишь с работы, надо что-то быстренько приготовить, а тут раз... Тебе что-то есть уже в отваренном виде. Достав, оно быстренько растало. И можно дальше пользоваться. А так жди, пока то еще буряк зварится. Микроволновки у меня немає. Не буду її покупати, я не люблю пользоваться. А так, щоб быстро приготовить, самый удобный вариант. Взять готовое уже заморожене с морозилки и готовить дальше то, что нужно. И винегретики, и обычные салаты, и шубу. Та все, что угодно. Все, что можно придумать, то можно делать. Так что, кто хочет, пользуйтесь. Морковка в замороженном виде тоже хорошая. Доброе утро. Доброе утро всем. У нас сегодня так хорошо. Ночью выпал снежок, протрусилось. Такое все белое, красивое. Настроение прямо... Ну, уже новогоднее. Уже хочется такого, что-нибудь праздника, чтобы быстрее цей противный год закончился. Начался хороший, правда? Знаете, что я сегодня хотела сделать? Я давно собиралась приготовить кролика. Но кролика я буду сейчас делать филе без костей. Вот так. Буду сейчас освобождать его от костей. Покажу, как это я делаю. А потом все это сделаем с него рулетик. Рулетик буду начинять яйцом и морковкой. Так, получится такой диетический у нас обед. Можно потом цей рулетик резать на кусочки.
и брать с собой на работу или до чая, на кусочек хлеба, получается дуже вкусно. Тем более, він кролик не жирный, все це получается вот так. Так що блюдо моє вже не перший раз таке роблене. Я часто на праздники делаю, на Новый год, на Пасху. И всегда мне нравится він по вкусу. Так що, хто захоче, можете попробувати зробити зі мною. Я його всю ночь вимачувала в воді. Печенка в ньому хороша, здорова. Я, наверное, досточку приберу, щоб не мішав. Не мешало мне ерзать. Так, промокну лишнюю воду с братца кролика. Конечно, маловастенький він. Я коли своих кроликов держала, конечно, были тушки и больше, и меньше. Так буду обходить вокруг косточек. Кролик молоденький, молоденький. Мало кто понимает кроличье мясо есть. Ну, поверьте мне, это лучший вариант, чем есть курицу. Кролик антибиотиков не переносит, как их пичкают курей бройлеров. Кролик, если заболел, то он сразу того пропадает. Значит, экологически чистое мясо. Дуже вкусный рулетик получается. Главное, он не сухий. И, а еще главнее, он диетический. От шо. Такие маленькие косточки я обхожу. Обхожу стороной. Так, жирок уберем лишний. Тут тоже жирок. Маленький, но жирный. Ну, какой-то. Со второй ножкой тоже так. Тут есть косточка, мы ее. Так. Хорошо, я вымочила кролика. Всегда я вымачиваю кроличье мясо. Деякий пушок, деяка кров за ночь уходе. Получается чисто-чисто белое мяско. Вот что мне нравится в нем так. Це мясо біле. Воно на желудок таке м'яско дуже хорошо действує, не напрягає. Ну, диетичне. Передні теж лапки так розрізаю. Висвобождаю косточки. Все, получился такой хребетина, ножки, косточки. Тут еще достаточно мяса, чтобы приготовить потом еще супчик кроличий или куда-нибудь тушить. То все дело не выбрасывать. И такой пласт мяса получается. Его можно так дальше разгорнуть, ножки эти. Вот так она. И с обратной стороны. С обратной стороны вот такое у нас мясо. Тут ничего страшного, это все завернется в рулет. Вот такой пласт мяса у нас получился.
Теперь мы сюда будем ложить начинку. Умеренно посолить, поперчить, все дело надо. Отбивать я мясо не буду, так как кролик у меня дуже-дуже молодый. Просто поперчила, все. Все, оце моя начинка и вся готова. Теперь заворачивать будем. Значит, наше дело хорошо завернуть, чтобы это все не повываливалось. Так, и будем завязывать ниткой в рулетик. Поставила кастрюлю велику с водой. Сюда теперь ложим рулетик. Добавлю водички сюда, чтобы полностью покрывало мясо. Підсолю воду. Один лавровый листочек бросим. С момента закипания буду варить 40-45 минут. Потом покажу, что получилось. Вот достала я с бульона рулет, то, что я варила. Яйцо трошки вылезло. Сейчас я разрежу, покажу, что тут внутри нем получается. Вот такий рулет. Внутри яйцо з морковкою. Він уже остив. Можна його ще зверху, щоб була прижарена корочка, запекти в духовці або піджарити на сковородці. Ну, я не буду це робити. Це вредно. Рулет кролячий. А ще піджарений. Він, звісно, то буде вкусніше, але не полезний. Так що, хто хоче, може так робити. Хто ні, не буде. От така внутрі. Серединка, він готовий, вкусний, пахне так. Приятного всім апетиту. А тут зварила борщ домашній. Борщ гарячий, дієтичний теж. Ну що, приятного апетиту. На, як вийшло у нас хорошо. По бокальчику домашнього вина, борщ дієтичний. Диетический рулетик из кролика с яйцом, с морковкой, вкуснятина. Так что приятного аппетита всем. Пока-пока.